Мы продолжаем нашу яхтенную аллегорию по поводу вовремя расчехлиться. Вот представьте, мы очень-очень захотим именно сегодня, хотя бы на этой неделе, непременно поплыть вот по вот этому заливу. Но вот надо нам поплыть вот по этому заливу, наверное, вот в ту далекую синюю даль, которая сейчас выглядит совершенно белым безмолвием. Сколько нужно сюда прислать ледоколов. И вообще, сколько нужно сделать физических, моральных, материальных затрат. Просто невозможно, да, что-то похоже на первую победу, чтобы растопить этот лед или разбить его специальными ледоколами, расчехлить затем наши красивые яхты, которые так хорошо ожидают своего времени. Сейчас зима, наверное, очень трудно будет запустить их моторы, но все-таки мы добились своего и поплыли. Ох, какая пировая победа. И очень часто в жизни мы забываем, что сейчас не то время, не тот период. Надо просто переждать. Переждать вот эту погоду, переждать вот этот лед. Не надо расчехляться раньше времени. Нужно уметь еще и зачехлиться. Итак, наверное, хочется пожелать каждому, наверное, себе, умейте пережидать так, как ждут весенние погоды и голубого моря эти яхты.